Доброе утро, дорогие друзья. Мы говорим с вами о политике. Итак, человек должен брать на себя ответственность. Тогда Бог наделяет его властью. Что первично, что, с чего все начинается? С того, что Бог наделяет властью, или с того, что человек берет ответственность? В разных сферах, в разных случаях это происходит по-разному. Если мы говорим о пророческом служении, если мы говорим о деятельности человека вне политического контекста, то тогда Божье призвание, Божье наделение авторитетом и властью является началом. Если же мы говорим о политике, особенно когда мы говорим о политике светской, то здесь речь идет о том, что человек должен брать на себя ответственность сам. Почему? Бог дал нам полную свободу выбора. И Он отдал нам эту землю, отдал людям этот мир и право управлять этим миром так, как мы считаем необходимым. Поэтому Бог не вмешивается в те, в том числе и политические процессы, которые мы либо инициируем, либо мы в них пребываем. Именно поэтому Бог ожидает, когда мы будем брать на себя ответственность. И когда мы эту ответственность берем, то Бог наделяет нас необходимой властью.